А у тебя с кино как складывается? В основном камео. Нет, ну, началось все давно, когда Александр Шмидта пригласил нас с Гариком в фильм с Леонидом Филатовым, с Олегом Павловичем Табаковым, с Леной Яковлевой, фильм «Шаг». Ну, такой вот, очень такой серьезный фильм о научных исследованиях советских, о том, как Советский Союз спас Японию от полиомиелита, Камаки Курихара, опять же. Ну, то есть, так, все круто, и мы такие с чубами пели «Мою маленькую бэби», такие лаборанты, стиляги. А так, ну, что-то иногда получается. Последнее действие, фильм Клима Шипенко «Кто я?», Саня Яценко и, как ее, наша прекрасная, блестящая... Жанна Фриске, Саня Яценко, да. Забыть про Фриске. Прости, Жанна. Своим ушам не поверил, да. Толя Белый, плюс Вика Толстоганова, Сергей Газаров. Там совершенно чумовой состав, такой мистический фильм. Но я очень рад, что там песня прозвучала. Потому что я вообще с кино бы дружил в виде... Автора музыки? Саундтрека, именно саундтрека. Саундтрек, да? Потому что композиторские оркестровки – это дело отдельное, а вот саундтрек – с удовольствием. Угу. Я считаю, вообще у меня 90% песен – это хорошие саундтреки. Это, то есть ты сейчас такой месседж послал, господа, обращайте внимание на некоторые мои песни, они могут вам подойти. Очень хорошие есть песни. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».